Здравствуйте, любители Mortal Kombat Mobile, вы на канале Apo Let's Play, и с вами его ведущий Абдурахман. В этом ролике я вам расскажу баг, связанный с воином фракции, как же всегда достать 100% алмазного персонажа. И таким образом фармить нуба Сайбота МК-11 до X-слияния и других алмазок. И плюс кровавых рубинов, друзья, души, монеты и карты поддержки. Это будет проще, чем вам кажется. Если вы готовы, мы начинаем сразу после рекламы. Всем приятного просмотра. Если ты устал от мошенников, то я тебе советую магазин игровой валюты The Apo MK Shop. Именно здесь ты найдешь всю услугу MK Mobile не только для Android и на iOS. Прямо сейчас у них идут скидки на весь их товар 50%, а если к ним будешь обратиться по моим ссылкам и с моим промокодом в описании, то ты получишь за каждый свой заказ бесплатно 500 душ. Дерзай, ссылка будет в описании. Итак, чтобы правильно использовать баг, я вам скажу, что по своему опыту у меня всегда 100% срабатывает, и таким образом я фармлю кровавых рубинов, души, монеты и алмазных персонажей. Итак, чтобы правильно использовать баг, вам нужно создать, то есть зарегистрировать новый аккаунт в Mortal Kombat Mobile и пройти регистрацию Warner Brothers. И после этого ничего не делайте, друзья. Обратите внимание то, что вы абсолютно не должны, ни в коем случае нельзя зарегистрировать аккаунт воина фракции. И таким образом просто ждете окончания сезона воина фракции. И после этого, когда сезон завершается, вам на почту приходит то есть награда за сезон. И таким образом просто получаете награду. И как видим, в этот сезон мне дали награду, но мой аккаунт не зарегистрирован в воином фракции. И таким образом, как видите, 100% работает баг. Пользуйтесь на здоровье. За моей стороны можете поддерживать этот ролик лайком и подпиской на канал. И не забудьте поделиться с другими и с друзьями тоже. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Apo Let's Play, и с вами был его ведущий Абдурахман. Всем мира и добра!